В центре единоборств «Медведь» прошел открытый турнир по самбо, посвященный Дню Победы. В соревнованиях приняло участие около 200 спортсменов. Спорткомплекс «Медведь» имени Андрея Ефимовича Мизанова в нашем городе открылся всего чуть более 4 месяцев назад. И уже даже за столь непродолжительное время работы стал одним из центров спортивной жизни района. Здесь не только проходят тренировки самбистов, тэквондистов, борцов, но и проводятся значимые соревнования. Одно из них состоялось в преддверии Дня Победы и было посвящено этой памятной дате. Участников соревнований поприветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Как всегда, думал о напутственном слове. Думал, что сказать ребятам, и перед глазами попались замечательные слова нашего президента, благодаря которому мы построили этот зал полгода назад. И сегодня очень приятно, что здесь уже мы с вами видим наших ребят, которые будут сегодня показывать свои результаты. Для меня дзюдо, а я считаю, что самбо и дзюдо – это близкие виды спорта, это не просто спорт. Дзюдо воспитывает человека силу воли, уважительное отношение к окружающим, выдержку, умение держать удар и достоинство выходить из сложных ситуаций. Владимир Владимирович Путин. Поэтому победы, удачи и всего самого-самого доброго. Побороться за победу в открытом первенстве Славянского района приехали команды из Новороссийска, Славянского и Крымского районов. Всего 180 участников. На ковер выходили ребята, которые, можно сказать, только начинают свои первые шаги к золотым медалям. Самому старшему участнику было всего 11 лет, а младшему 8. Но несмотря на свой юный возраст, юные самбисты боролись очень профессионально и решительно. По итогам соревновательного дня в копилке славянской команды 25 медалей, 5 из которых золотой пробы, 7 серебряные и 13 бронзовые. Поздравляем юных самбистов и их тренеров с победой!